Що зараз є головною проблемою, яка заважає Генпрокуратурі працювати ефективно? І, власне, цю систему можна змінити зсередини? Абсолютно. Чи треба її зламати і набрати Абсолютно. Нових? Нужны радикальные реформы прокуратуры. То есть у нас нету, физически не осталось времени и доверия от общества, чтобы ждать чего-то, что кто-то с небес когда-нибудь спустится и начнет менять эту систему. Мы должны сегодня взяться самими за эту работу. Вот очень много друзей и украинцев меня спрашивают: вот, Давид, как вам можно помочь? Что у вас от нас нужно? Это частные компании, это неправительственные организации, это люди, которые пишут прямо в соцсетях и в Фейсбуке. Ничего не надо делать, самим надо заходить и менять саму систему, брать на себя ответственность. Сегодня есть возможность, что вот через конкурс для всех будут там равные условия, зайти, занять конкретную должность менеджерскую, они уже не будут зависеть от областного прокурора, областной прокурор уже не будет их назначать или представлять генеральному прокурору, чтобы назначили, и это сломает уже первую вертикаль, и не будет определенных, так сказать, обязательств заносить каждый месяц областному прокурору, если до сих пор это где-то существует. Так что вот системные изменения плюс система наказания правильно выстроена, она даст очень хороший импульс для дальнейших реформ.